системе Цайгард. Те, кто уже работает с этой системой, может быть, с каким-то определенным этапом, потому что система Цайгард включает в себя три основных этапа, три шага, как мы называем, позволяющие иметь великолепное состояние кожи. Конечно, все в этой жизни подчиняется здравому смыслу, и уход за кожей всегда начинается с очищения. В этом направлении у нас с вами есть система очищения, которая позволяет сузить поры, глубоко их очищая, обеспечить поддержку чистоты кожи. Есть вторая ступень, которая позволяет и продлевает молодость, защищая кожу от всех факторов, которые заставляют кожу терять свое сияние, терять гармоничный вид лица. И эта система ухода включает в себя именно специально разработанный для воздействия на внутренние слои кожи, на клетки нашей кожи, систему Цайгард 2. И, конечно же, идеальный партнер с приборами, которые представляет система, это те косметические продукты, которые позволяют запечатать результаты, продлить результаты, накопить. Это, конечно же, косметические средства, которые входят в гамму защитников кожи, начиная с 20-летнего возраста. Конечно, в самом начале нашей встречи я уделю особое внимание самому первому пионеру системы Цайгард, который действительно имел и имеет невероятный успех. Это шаг номер один, где представлена система Цайгард 1 для очищения кожи. Очень многие задают вопросы при встрече, насколько важно использовать приборы в очищении, зачем они нужны, эти устройства. Ведь у нас есть пенки, различные мыло, молочко, салфетки, в конце концов, которые позволяют очистить кожу от загрязнений и макияжа. Но средства требуют контакта с водой, потому что сами по себе средства, растворяя, тоже должны убираться с поверхности кожи. Нам нужно... Сложность заключается в том, что у каждого из нас тип кожи свой и требования свои. Поэтому мы подбираем специальные средства, с которыми нам комфортно после умывания. Кто-то без воды не может достигнуть ощущения чистоты. Знаете, некоторые любят вот чистоту до скрипа. Но само по себе вода дает это ощущение прохлады, казалось бы, комфорта чистой кожи. Но однако жир, который выделяет кожа, он же в воде не растворяется. Макияж тоже не может водой смыться. Да и загрязнение, которое порой забивается глубоко в кожу, невозможно просто так с водой из нашей кожи вытащить. Очищающие устройства нужны для того, чтобы более глубоко очищать кожу. Очищать поры для того, чтобы предотвратить образование комедонов или черных точек, мы их называем, для того, чтобы не было закупорки кожи, чтобы она имела возможность дышать, имела свежий отдохнувший вид, текстура кожи была без пор, была бы однородной, была бы без шелушений. И когда кожа на поверхности защищена, правильно очищена, то, конечно же, она максимально готова пропускать внутрь себя те активные ингредиенты, которые мы используем уже в качестве косметического ухода. Безусловно, вариантов очистки много. В профессиональных процедурах используются различные приборы, которые позволяют кожу распаривать, раскрывать поры, затем идет механическая экстракция, кто-то использует ультразвуки,
Кто-то использует специальные очищающие средства, внутри которых есть химические кислоты, и они растворяют загрязнение. Но не каждая кожа может перенести вот такой горячий воздух, направленный на кожу. Не каждому нравится ощущение после профессиональных процедур. У кого-то возникает отек, потому что разогрев, он же влияет на сосуды. А просто так не подготовить кожу, невозможно ее очистить. Существуют, конечно, более травматичные методы очистки, то есть более серьезные, после которых коже нужна возможность, нужно время для восстановления. Это микродермабразия. Ну, мужчинам-то как раз должно быть более понятно, потому что они знают, что такое наждачная бумага, которая отшелушивает верхний слой дерева, металла. Вот микродермабразия построена по такому же принципу, мои дорогие. Те, кто отправляется в салон делать микродермабразию, у них специально таким прибором пескоструйным практически, вот очень жестким абразивом снимается верхний слой кожи. Как вы понимаете, есть ограничения. Нельзя это делать летом, потому что молодая кожа не способна защититься от ультрафиолета и будет пигментация. Кожа станет чувствительной. Ну и, конечно же, для обычного применения микродермабразия в качестве средств и возможностей процесса глубокой очистки, конечно, неприемлемо в домашних условиях. Дома чаще всего мы используем всевозможные скрабы или пилинги, внутри которых есть какие-то абразивные частицы. Это могут быть измельченные косточки, это могут быть измельченные раковины, пудра раковин. Это могут быть стебли бамбука, это могут быть воски, жожоба. Или используются химические пилинги, про которые я говорила, что можно использовать только в осенне-зимний период. Вариантов масса. Но чтобы доселе мы имели продукт, который бы позволял глубоко очищать кожу и при этом не травмировать ее, у нас практически не было такой возможности. И вот буквально первым продуктом, который совершил прорыв в области домашнего ухода, глубокого очищения, с возможностью настолько легко управлять этим прибором, что не нужно даже запоминать какой-то инструкции по применению, это интеллектуальный прибор, продуманный до мелочей, который сам позволяет вам, расслабившись, очищая кожу, подавать сигналы. Вы сразу видите, как кожа преображается, потому что даже при ежедневном использовании этого прибора вы проводите не только воздействие на поверхность кожи, очищая ее от мертвых клеточек, от загрязнений, от остатков макияжа, которые забиваются в более глубокий слой, вы имеете возможность оказывать легкое массажное движение на мышечный каркас, да, легкий массаж, который позволяет коже подтягиваться. Недаром те партнеры, которые уже используют данное средство с прошлого года, у них действительно есть фотографии, которые убеждают, что как кожа выглядела до и что, сделав прибор, позволяет получить после использования. Недаром название Цайгард, система Цайгард, состоит из двух основных функциональных слов. Конечно же, это защитник и время, да, то есть защитник вот этого стремительного бега времени, который оставляет отпечатки на коже, и мы хотели бы стереть эти следы усталости, загрязнения,
внешней нагрузки или внутренней. Конечно, хочется отметить прекрасный современный дизайн. Видя такой прибор, хочется взять в руку. И, как я вам сказала, этот прибор продуман. Вот, знаете, недаром говорят, что знакомясь с кем-то впервые, у нас с вами нет шансов создать второй раз первое впечатление. Вот нужно сразу, здесь и сейчас, впечатлиться. Вот наш прибор Цайгард 1, он такой. Мы видим, и хочется взять его в руку. Взяли в руку, и хочется попробовать. И стоит попробовать, потому что технология, которая используется в этом продукте, позволяет действительно подготовить кожу наилучшим образом к принятию активных косметических средств. Вот Катя задает вопрос, что клиентка, которая пользовалась Цайгард 1, сказала 29 лет девушке, как я понимаю, и она сказала, что морщин стало больше, может быть такое. Такого быть не может. То есть морщин прибавится с точки зрения возрастных, априори в 29 лет быть не может и добавиться не может. А вот состояние кожи, которое оценивается клиенткой как кожа, ставшая более морщинистой, говорит о том, что данная кожа тонкая. Очищая, нужно понимать, что когда идет рекомендация для использования этого прибора каждый день, это не значит, что всем и вся этот прибор обязательно нужно применять ежедневно. У девушки, судя по всему, очень легко ранимая кожа, которая при очищении еще теряет влагу. Видимо, мне трудно судить, не видя, да, как косметолог, трудно проанализировать состояние. Но могу вам сказать, что к своей коже нужно прислушиваться. Свою кожу нужно уметь чувствовать. Поскольку это очищающий прибор, который позволяет нам дополнительную глубокую очистку провести, есть некие стандартные рекомендации для разных типов кожи. И я сейчас об этих рекомендациях скажу, и, Катерина, я вернусь еще к вашему вопросу. Обращаю ваше внимание, что не только сам прибор, но и щеточка, их две, которые применяются вкупе с этим прибором для очищения, они тоже подбираются по типам кожи. Вот сейчас в данном случае вы видите с голубой индикацией щеточку, которая позволяет очищать мужскую кожу, кожу с тенденцией к жирности. Обратите внимание, как расположены щетинки. Между ними специально оставлены интервалы и зазорчики для того, чтобы лучше проникал воздух, щеточка быстрее сохла. Щетинки, они лучше отклоняются, они мягче, хорошо вымываются и остается меньше загрязнений в щеточках. А вот как раз щеточка с розовой индикацией, она предназначена для кожи молодой, кожи тонкой, кожи хрупкой, кожи чувствительной, потому что между ними есть разница, да, то есть они одинаково прочные, но розовая щеточка более мягкая. Поскольку очищая кожу, а на кожу все-таки попадают бактерии, да, то есть хорошие бактерии, которые живут всегда на нашей коже, а в кожном сале, который выделяется сальными железами, размножаются бактерии плохие, плюс контакт с загрязненным воздухом, с руками, с различными косметическими компонентами. Это как раз способствует увеличению бактерий на лице. Вот щеточка при очищении восстанавливает экобаланс, и бактерии, которые на щетку попадают, прекрасно
с нашей щеточки очищаются благодаря очищающему либо жидкому мылу и обязательно проточной водой. Я хотела бы еще сказать об инновации, которую делает наш прибор действительно уникальным и не похожим на какие-либо приборы, уже существующие для очищения кожи. Это антибактериальная технология, которая позволяет защищать щетинку, каждую щетину щетки от грибков, бактерий, от любых микроорганизмов, которые вызывают повреждение кожи, повреждают клеточные мембраны, вызывают высыпание, вызывают появление прыщей. И эта технология, благодаря этому микросеребру, происходит восстановление баланса. Да, то есть хорошая флора она преобладает. И не забывайте о том, что антибактериальный эффект, вот тот вопрос, который Катя задавала, он тоже может как раз давать ощущение, что кожа стала более сухой. Хотя, ну, как говорится, сам прибор эту сухость не вызывает. Это скорее сигнал о том, что кожа перед тем, как очищаться, уже была повреждена. А поскольку у нее не осталось времени на восстановление, состояние ее усугубилось. Нужно, отставив пока на какое-то время прибор в сторону, постараться восстановить состояние кожи, ну, хотя бы с помощью нашей уникальной линеечки Алоэ Вера. Итак, впервые в мире представлен очищающий прибор, который благодаря специально разработанным щеточкам содержит компонент микросеребра, препятствующий росту бактерий, грибков, всей той плохой флоры, которая неблагоприятно влияет на нашу кожу. Остается только правильно подобрать для чувствительной кожи свою щеточку, для нормальной кожи свою щеточку. Но мы же с вами должны понимать, что она может быть идеально мягкой, но только с помощью воды и щетки мы кожу не очистим. Нам нужна еще возможность совмещения специальных очищающих средств. И я хотела бы еще сказать о технологии, которая используется в этом приборе. Технология использует обратно-поступательные движения. Вот представьте себе, когда, если крутить обруч, мы крутим его в одну сторону. Вот очищающие щеточки, которые до того были использованы и представлены на косметический рынок, они использовали исключительно движение в одну сторону. А что дает это движение? Она закручивает кожу, она ее растягивает. А вот современные технологии, которые использует система Цайгард, это обратно-поступательное движение, то есть щеточка поворачивается влево и тут же поворачивается вправо. Да? То есть получается, что она в принципе как будто на месте удерживается, и кожа не растягивается. И очень такое деликатное воздействие на кожу происходит. А вот благодаря двум очищающим средствам, которые разработаны специально для этого прибора, мы имеем возможность глубоко очистить кожу, при этом экономия это очищающее средство. Каждый продукт для этого прибора имеет такую способность после нанесения на увлажненную щеточку не растекаться, не затекать в щетинки внутрь, а именно на поверхности образовывать такую приятную пленочку, которая при очищении кожи взаимодействует именно с роговым слоем, со всеми загрязнениями и растворяет все
поглощает, растворяет все загрязнения и кожный жир. Для мужчин и для комбинированной жирной кожи, мои дорогие, напомню, что кожа с тенденцией к жирности комбинированная после 12 часов дня уже начинает блестеть. А у кожи сухой не бывает расширенных пор. Да, это скорее прерогатива жирной комбинированной кожи. У мужчин всегда кожа жирнее, но есть исключения. Есть мужская кожа, которая сильно реагирует на бритье. Ведь бритва, она снимает и поверхность кожи, мертвый слой, сбривая щетинку, и, соответственно, вызывает снижение защитных качеств. Кожа раздражается, перед бритьем мужчины кожу распаривают. А если еще используются специальные средства спиртовые после бритья, то кожа, конечно, от спирта подсыхает. И становится более ранимой. Вот в этом случае можно взять специальное молочко для чувствительной кожи с экстрактом хлопка, которое успокоит, смягчит и увлажнит кожу перед бритьем. И, конечно, хотелось бы сказать о том, что мужчинам все-таки глубокое очищение нужно проводить перед бритьем, а не после него, не после того, как кожа уже повреждена. А вот очищающие средства, которые в виде прибора, который будет использоваться накануне, позволит волоскам подняться с поверхности, не будет в дальнейшем через там, день-два после бритья позволять волоскам врастать в кожу. И можно сказать, что это, конечно же, профилактика тех прыщей, которые возникают от врастания волосков. Поэтому, мужчины, присмотритесь. И предлагаю все-таки рассматривать варианты использования устройства очищающего продукта вместе с той насадочкой, с той щеткой, которая предназначена для очищения гелем. И для розовая такая кнопочка, которая изображена на флакончике, соответственно, розовую щетку, розовое средство для очищения. Мужчинам и женщинам можно использовать по выбору, что вам больше нравится. Конечно же, очищающее устройство, оно несет в себе функцию не только глубокой очистки, оно позволяет нам минимизировать те, ну, как мы называем, проблемы, которые нас беспокоят. Жирная кожа становится более матовой, более свежей. Тщательно очищающий прибор позволяет контролировать высыпание на лице. Кожа меньше блестит, макияж не мигрирует по коже, прыщей становится меньше. Если регулярно очищать поры, то, соответственно, расширенные поры станут менее заметны, они сужаются. Если использовать для чувствительной кожи, склонной к покраснениям, такой прибор, укрепляется кожа, потому что это как тренировка каждый день. Но все-таки, если есть состояние обезвоженности или в момент воспалительных процессов, никакие приборы не используются. Сначала мы восстанавливаем нашими косметическими средствами. У нас есть специальная такая коробочка СОС, да, наш бокс специальный Алоэ Вера, наши незаменимые лекари, это спрей. Скорая помощь – это концентрат с прополисом и крем с прополисом и концентрат с высоким содержанием алоэ вера. Пожалуйста, можно использовать эти продукты для того, чтобы восстановить поврежденную кожу. Ну и, конечно, если зрелая кожа, стареющая, глубоко очищается, при этом еще слегка массируется, то
кожа выглядит более подтянутой. При куперозе можно использовать данный прибор. Нельзя в момент реактивности и воспаления. А если регулярно применять это средство, ну, конечно, очень мягко, когда есть купероз, да, для тех, кто, может быть, впервые это слышит, это сосудистые звездочки, которые видны на лице. Если вокруг этих звездочек нет стойкой красноты, да, можно применять, и это будет профилактировать развитие купероза в дальнейшем, потому что сосуды всегда будут находиться в легком тонусе, да, это очень хорошо. Итак, продающие аргументы этого прибора. Очищение более эффективно, в 10 раз эффективнее, чем обычное ручное очищение с водой. Кожа выглядит более свежей, более красивой. Соответственно, легко поглощается и впитывается состав средств косметических. Правильно подобранная щеточка для чувствительной кожи и при куперозе применяется мягкую розовую щеточку. Уникальная концепция микросилвера, которая позволяет подросткам держать под контролем экобаланс кожи и минимизировать высыпание на лице. Соответственно, прибор готовит кожу к дальнейшему уходу. Одна минутка в день. Все продумано, по 20 минут по 20 секунд, простите, на каждую зону, и ваша кожа чистая, молодая и красивая. Одно нажатие на кнопочку с удержанием несколько секунд включает прибор. Начинаем мы, особенно для чувствительной кожи, да, один раз в день можно использовать, а можно даже 1-2 раза в неделю, потому что есть рекомендация. Кожа жирная может очищаться до 3-4 раз в неделю глубоко, если такая же плотная, зрелая кожа, а если кожа чувствительная, тонкая и хрупкая, будет достаточно 1-2 раза в неделю, даже несмотря на розовую щеточку. Кожа все-таки уязвимая, очень хрупкая, должна иметь возможность восстанавливать свой поверхностный защитный барьер. Иначе будет ощущение, вот как про те, которые написала Екатерина, да, о том, что девушка начала пробовать, видимо, стала ежедневно это делать, может быть, даже утром и вечером. А ощущение, что кожа потеряла влагу и стала похожа на пергаментную бумагу, да, поэтому очень аккуратно. Есть рекомендации, они общие, а мы с вами все-таки индивидуально под каждого должны подстраиваться в зависимости от состояния кожи, потребностей кожи и ощущений. Поэтому нормальная кожа, можно сейчас все-таки лето, сейчас повышенное выделение кожного жира, пота. Конечно, можно с утра, особенно у кого отечность, например, на утро, щеточка будет позволять избавляться от этого. А можно вечером, безусловно, утром пробуждает кожу, очищая. А вечером для всех, кто использует особенно солнцезащитные средства, конечно, рекомендуется использовать регулярно, можно практически каждый вечер при плотной коже. Итак, сначала мы начинаем с вами, как при занятиях спортом. Самой маленькой нагрузки. Вот, соответственно, берем, нажимаем один раз на кнопочку, и у нас загорается индикатор. Вот вы видите, да, нижний, первый зеленый индикатор. Это самая маленькая мощность, которая нужна для, ну, так скажем, самых первых процессов очищения. Первый, второй, первую неделю можно даже на этой мощности. Как только вы почувствовали, что кожа привыкла уже к нагрузке, можно добавлять, да, чуть там, среднюю, чуть большую мощность. Ну и, конечно, когда уже происходит через месяц, через два хорошая адаптация к, это же все-таки все равно нагрузка, да, глубокая, можно использовать уже и на
в самом мощном воздействии, особенно на плотную кожу. Все очень легко. Сначала снимаем макияж специальными средствами, потом смачиваем нашу щеточку водичкой, немножко стряхиваем, два нажатия на очищающее средство, которое попадает на щеточку, тут же включаем и начинаем работать. 20 секунд с одной стороны, не забывайте тщательно очищать крылья носа, подбородок. Затем 20 минут, будет сигнал. Вокруг глаз мы не используем. Звуковой сигнал, через 20 секунд подскажет, что нужно перейти на другую зону. Еще 20 секунд. И затем уже третьи 20 секунд. Это Т-зона. То, что мы называем лоб, переносится. И, соответственно, самые загрязненные участки, межбровное пространство. Кто-то сразу отмечает, что кожа разглаживается и становится более подтянутой, более красивой и молодой. Устройство автоматически выключается через 60 секунд. А включить буквально 3 секунды. Затем отставляем прибор, умываемся проточной водой, осушаем кожу. И не забывайте, что после этого нужно использовать лосьон-тоник. Этот прибор может быть использован на область декольте, великолепно очищает и разглаживает кожу, убирая мертвые клеточки. Этот прибор может быть использован и на область локтей, и на область плеча с легким массажем и, конечно же, с рекомендацией для лица иметь одну щеточку, для тела использовать совсем другую. То есть один прибор для всей семьи, для разных участков, позволяющим действительно очищать и подготавливать особо сухие участки. Вы знаете, что на локоточках, как правило, более сухие участки. Для всех, кто любит, например, ходить в солярий, чтобы загар был однотонным, можно использовать данное средство для подготовки однородности кожи при загаре. Рекомендации существуют и по замене. Щеточка используется в течение 3 месяцев, да, то есть она предназначена на 3 месяца. Через 3 месяца нужно использовать уже новую щеточку для того, чтобы действительно очищение было грамотным. Для тела, конечно, лучше использовать синюю щеточку, потому что кожа более плотная, более утолщенная на теле и область декольте, поэтому для лица розовую, для тела синюю. Ну и, как я вам уже сказала, молодые девушки с кожей зрелой, зрелые женщины, мужчины, выбирая для себя насадку правильную, выбирая правильное средство очищения, имеют возможность подобрать себе продукт, который может быть вашим спутником везде, в любое время, в любом месте. Если щеточка на 3 месяца, это ежедневное применение. Если вы применяете реже, да, то есть, соответственно, у вас и растягивается время использования, да, на более долгое. То есть технология микросильвера от этого, собственно, от чуть большего или дольшего использования, она не да, по большому счету, конечно. Если ежедневно, если в месяце у нас 30 дней, Сергей абсолютно правильно рассчитал, 90 раз в дней и получается, собственно. Да, пожалуйста. Ну, еще раз для того, чтобы вы закрепили, да, что дает этот уникальный прибор. Дает
эффект упругости кожи при очищении, потому что проводится легкий массаж. Можно более бережное и качественное глубокое очищение провести с помощью нашей технологии обратно-поступательной, да, технологии очищения кожи, которая не растягивает кожу. Вы знаете, задают вопросы Гульнара очень часто, можно ли использовать другие очищающие средства с этой щеточкой. Конечно, я могу вам сказать, что отказать в использовании прибора, если есть очищающие средства линии Microsilver, да, мы не можем. Но мы тогда должны с вами понимать, что средство, которое не разработано специально для щетки, на щетку наноситься не должно. Соответственно, гель для умывания наносится на лицо. Очищаем, и только потом мы используем смоченную щеточку. На поверхность щетки мы Microsilver гель не используем. Если сильные глубокие угри, щетка не поможет их убрать. Она помогает в дальнейшем предотвратить развитие. Но в то же время на поврежденной коже это средство, этот прибор, собственно, как любое средство, которое контактирует не только с участками пораженными, да, где есть угри, но и с чистыми, может туда занести инфекцию. Поэтому все-таки лечение лечением, и это профилактика высыпаний, да, и улучшение. Средство наносится на лицо. Затем используется уже щеточка. Почему? Потому что если вы нанесете на щеточку любой другой продукт, он затечет вовнутрь, будет расход большой, а толку будет мало. Ну вот, собственно, так выглядит прибор и может выглядеть в ванной на туалетной полочке. Собственно, у каждого, у кого есть наш Тайгард 1 со специально подобранным для глубокой очистки кожи очищающим средством. Ну и, конечно же, несколько слов я скажу о Тайгард 2, о нашем уникальном приборе, который позволяет управлять возрастом. Да, в чем же заключается концепция этого прибора, который идеально подходит для кожи, теряющую упругость, на коже, на которой проявляются морщинки, коже, которой не хватает питания изнутри и сияния. Это специальное устройство. И, как и в первом случае, в шаге 1, специально разработаны антивозрастные продукты. Для особой зоны вокруг глаз разработана антиэйдж сыворотка для области вокруг глаз и два антивозрастных продукта, которые мы выбираем в качестве базового ухода крема, который наносится перед использованием прибора Тайгард 2. Какие технологии используются в этом приборе? Это возможность контрастного температурного воздействия на клетки нашей кожи. Сначала происходит нагрев электрода, аппликатора. Он очень удобный, он немножко заострен, да, вот есть такой вот наконечничек. Удобно подходить в те зоны глубоких морщин, чтобы воздействовать непосредственно в залом. Нагрев, который происходит, нагрев до 42 градусов, который происходит благодаря аппликатору, раскрывает поры и позволяет подготовленной коже оптимально поглощать активные ингредиенты. Затем, после того, как активный антиэйдж-гель был поглощен нашей коже, мы переключаем режим охлаждения, поры закрываются и активные компоненты запечатываются в коже,
происходит эффект наполненности, эффект воздушного шарика, который мгновенно распрямляется изнутри, заполняя все глубокие морщинки и создающие дополнительную плотность кожи. И существует еще третье воздействие, которое усиливает поглощение активных ингредиентов клетками, стимулируя выработку коллагена и эластина. Это технология вибрации. Эта технология вибрирующая позволяет всем, кто, например, с утра просыпается с легкой отечностью под глазками, использовать второй режим холодного охлаждения аппликатора, холодного воздействия на кожу вокруг глаз с вибрацией, позволяя быстро-быстро убирать застойную жидкость, да, в той зоне, где происходит отек. Если мы говорим, например, сейчас летний период времени, укусы насекомых, какие-то припухлости после ультрафиолета, да, кто-то перезагорал, отечность, можно также использовать охлаждающий режим с вибрацией для того, чтобы коже придать больший комфорт. Точно так же самое простое использование, нажатие буквально на одну кнопочку, позволяет нам, буквально 3 секунды подержали, и тут же переходит в режим нагрева. Нагрев очень приятный, не надо бояться, это не раскаленный утюг, это теплое воздействие на рецепторное поле. У нас на коже масса рецепторов, они становятся более чувствительными к активным ингредиентам. И кожа сразу быстрее получает все то, что ей не хватает. Затем мы еще раз нажимаем, еще одно нажатие, оно переходит в холод, и дополнительно подключается вибрация после каждого нажатия кнопки. Включили тепло, вторичное нажатие дает вибрацию. Еще раз нажали, отключается тепло, охлаждается аппликатор. Еще раз нажали, добавляется холод. Почему здесь нет отмеренной звуковой сигнализации о том, что все, хватит, повоздействовали? Дело в том, что вы сами можете управлять этим прибором и своей красотой, потому что у каждого из нас свой, опять же, скажу, тип кожи, состояние кожи, у каждого своя плотность кожи, кому-то нужно подольше, у кого-то быстро реагирует кожа и получает все, что нужно за более короткое время. Или нужно включить только исключительно холодный режим. Пожалуйста, вы можете использовать так, как вам необходимо для получения максимальных результатов и достижения той цели, которую вы ставите перед собой. Мои дорогие, я хотела бы сказать еще вот о чем. Дело в том, что в инструкциях, в рекомендациях рекомендуется сначала наносить на чистую кожу сыворотку под глаза и работать сначала в зоне вокруг глаз, а потом уже переходить на области лица. Но если кожа более жирная, после умывания она может чувствовать себя очень даже комфортно, пока вы обрабатываете зону вокруг глаз. А если кожа более сухая, с потерей эластичности, если коже не хватает своего собственного жира, если кожа шелушащаяся, если вы умоете такую кожу, очистите ее и ничего на нее не нанесете, у нее будет ощущение стянутости и будет абсолютный дискомфорт. То есть мы стремимся к тому, чтобы наши ощущения были максимально приятными, а они будут, напротив, не очень комфортными, потому что мы торопимся нанести то, что кожу быстро смягчит. Поэтому, мои дорогие, я предлагаю вам поступать следующим образом. После очищения кожи мы наносим тоник. Тоником тонизируем нашу кожу перед нанесением специального крема для лица. Вот один из двух продуктов. Мы сейчас к ним вернемся. Нанесли
Можно на лоб, можно на щеки, можно только на щеки нанести, там, где не хватает плотности. Если, например, кожа лба жирная, а на щечках сухая. Поэтому сначала наносим на все лицо, а потом уже наносим сыворотку для области вокруг глаз. Так вот, несколько капелек на эту область. Берем прибор и начинаем работать по этой сыворотке. Не надо тянуть по коже прибор. Под глазами работаем прикладывающими движениями, ничего не растягиваем. Проработали эту зону. Специальные компоненты этой сыворотки позволяют создать лифтинговый эффект. А прибор позволяет более глубоко этим активным ингредиентам проникнуть вовнутрь. Если мы выбираем специальное средство для лица, то у нас есть увлажняющий гель. Он хорош до 35 лет. И уже для более зрелой кожи с признаками, с первыми признаками старения можно использовать реструктурирующий, который тоже не только глубоко увлажняет, но и наполняет, уплотняет кожу. Уплотняющий гель не обязательно наносить на все лицо. Можно использовать только на ту зону, где более выражены морщинки. Это может быть щечная зона, это может быть носогубные складки, это могут быть морщинки-марионетки, межбровное пространство. Можно работать прибором и средствами локально. В этих антивозрастных продуктах, в этих двух гелях есть инновационные ингредиенты, которые позволяют захватывать жидкость внутри, увлажнять кожу, удерживать жидкость, распрямляя кожу. То есть происходит эффект, когда из изюма и опять ягодка превращается, да, как кожа превращается в виноград, разглаженный абсолютно, с разглаженными морщинками именно изнутри, на поверхности высокая эластичность и мягкость и очень хороший комфорт. Здесь используется технология специальных губок, сфер, которые входят в состав этих продуктов. Видите, вот залом. Как только мы наносим средство и работаем прибором, эти сферы начинают захватывать межклеточную жидкость и выталкивают морщинку изнутри на поверхность, и она становится менее глубокой. Итак, этот прибор хорош, потому что он работает как уколы красоты. Уколы красоты, которые вводятся специально в те места, где есть провалы в виде морщин, кто имеет признаки старения по мелкоморщинистому типу, когда глубоких морщин мало, а вот мелких много-много-много-много. Кожу вокруг глаз наполняет и разглаживает, подтягивает и укрепляет изнутри, если использовать этот продукт в домашних условиях регулярно. И даже для очень тонкой чувствительной кожи вокруг глаз реструктурирующий крем, у него уплотняющее, позволяющее объем усилить, да, кожи, разгладить. А если вы внутрь кожи, внутрь брыли, да, вот вопрос, можно ли улучшить овал лица, уменьшить брыли. Вот на брыли можно воздействовать, эффект заполнения создать. Овал лица, ну, конечно, воздействие будет, потому что укрепляется соединительная ткань, но здесь, конечно, нужно еще делать массаж. С помощью массажа и омолаживающего прибора можно улучшить, сделать его более
Четким. Но тогда вместе с этим устройством и средствами нужно использовать линию Beauty Diamonds. Итак, для всех, кому важно увлажнение, используем прибор с увлажняющим гелем, потому что сейчас солнышко начнет забирать жидкость, забирать влагу из кожи. Кожа будет стареть быстрее, поэтому используйте данный продукт для того, чтобы даже интенсивно кожу увлажнить. Сочетать Цайгер 2 и Серекс, да, можно курсами. Сейчас мы подойдем к Сероксу и, собственно, еще несколько слайдов осталось у нас с вами для того, чтобы поговорить и о специальной линии, и понять разницу между ними. Я вам сейчас все расскажу. Итак, система воздействия активная, омолаживающая системы доказана научно, да, независимыми добровольцами, которые использовали данные продукты, и увлажненность, и упругость, и изменение кожи в 90% случаев были подтверждены добровольцами, они увидели результаты до и после. И сочетать, конечно же, Цайгард 1 и Цайгард 2 с алоэ вера и с росин, почему нет? Да, можно, безусловно. Только не забывайте о том, что росин и алоэ вера к антивозрастным средствам не относятся. Поэтому, если вы ставите перед собой цель добиться результатов зрелой кожи, то большого эффекта вы не увидите, в отличие от сочетания с Nano Gold, Platinum, Beauty Diamonds или хотя бы наш Power Lift. Итак, все три шага являются законченными этапами системы Цайгер. Их можно использовать как отдельно, так и интегрировать в свой уход полную систему, начиная с очистки, омолаживающего воздействия и косметические средства. Сейчас будет слайд, который покажет вам маршруты, по которым вы можете следовать, подбирая средства по возрастам. И что можно использовать для 30 лет, для 20 или для 40. Так что подготовьтесь, вы можете это сфотографировать. В системе Цайгард выбор строится не только на признаках, да, определенных старений, но и на типах кожи. У нас есть, как уже я вам сказала, подбор в системе очищения для чувствительной кожи, нормальная комбинированная жирная мужская. Есть антивозрастная система, которая позволяет для всех, кто до 35, использовать гель Цайгард 2. Для тех, кто более зрелый, имеет зрелую кожу, реструктурирующий крем. Мужчинам можно использовать увлажняющий гель-крем. Мужская кожа стареет медленнее, начиная с 40 лет. А если мы говорим о возрастном уходе, то 30-32 и далее Nano Gold, Beauty Diamonds уже от 37 курсами, от 40 постоянно. Platinum подходит мужчинам и женщинам с жирным типом кожи. И особый уход линии Серекс, пожалуйста, можно использовать. Конечно, альтернативно у нас есть с вами две сыворотки в линии Росин, которая интенсивно увлажняет и обеспечивает хорошую упругость. Это сыворотка с коллагеном и сыворотка липосомальная, которая еще стирает следы глубокой усталости. Вот о чем я хотела вам как раз и сказала, и о чем хотела бы сказать дополнительно. Nano Gold мы можем начинать использовать 27-30 и далее. Линия Платину может использоваться с такого же возраста, от 30 и дальше. Цайгард 1 и 2
может уже начинаться использовать как до очищающее средство до 25, да, то есть более раннего возраста для поддержания чистоты и комфорта, так и используется в более зрелом возрасте. Линия Beauty Diamonds предназначена 40-летнего возраста, позволяет корректировать уже и изменять состояние 50+, в том числе. И линия Cerex это 30-32, решение специфических проблем. Ну и, конечно, принципиально новый подход к омоложению. Благодаря удвоенному эффекту двух приборов Цайгарда 1 и Цайгарда 2, специально разработанного сверхактивного состава для антивозрастного прибора Цайгард 2, и его возможности вибрационные, разогревающие и охлаждающие, и взаимодействие, симбиоз всех средств антивозрастной системы Цайгард. Напоминаю, что в более молодом возрасте обновление кожи происходит естественным путем без особых помощников за 28-30 дней. А вот в зрелой коже уже требуются помощники, потому что обновление за 3 месяца, потому что проявляется уже и обвисание, вялость кожи. И клетки не способны так быстро активно все вырабатывать. И при этом мы видим более утолщенный роговой слой с проявлением уже сухости. И порки забиваются, значит, через них активные ингредиенты плохо проходят. У нас есть возможность улучшить состояние кожи благодаря нашим устройствам, которые мы уже с вами рассмотрели, и на выбор и системы ухода специальные антивозрастные средства. И линии Beauty Diamonds, и линия Platinum, и линия Nano Gold, и Power Lift, и Cerax. Если все-таки хочется решить какие-то глобальные проблемы, драматические изменения происходят, проявляется не только сухость, но и пигментация, тусклость кожи, раздражение часто проявляется. Кожа нуждается в жидкости, она ее быстро теряет. Есть решение в качестве ухода либо курсового, либо регулярного. Это линия Cerax. Линия Cerax представляет 4 продукта, в которых представлены подушечки для области вокруг глаз. Если у вас день богат событиями, вы можете эти подушечки использовать для того, чтобы очень быстро привести состояние кожи вокруг глаз в хорошему внешнему виду. Для всех, кто летает, путешествует, возьмите с собой, и действительно у вас будет всегда отдохнувший вид и молодость глаз. Средства для заполнения морщин можно использовать именно в мимические морщинки. Вот если Цайгард 2, можно в любые морщинки, даже обезвоженности, которые возникают вследствие потери жидкости. То есть Cerax – это как раз в те морщинки, которые образуются в связи с активностью мышц. Подойдите к зеркалу, поулыбайтесь, похмурьтесь, какие-то эмоции выразите своим лицом, и вы увидите, как формируются морщинки. И вот средство для заполнения морщин наносится непосредственно в каждую морщинку для того, чтобы обеспечить релаксацию мышц. Если говорить о очень тонкой коже, сначала работаем Цайгард 2, а потом берем Cerax. И курсом проходим Cerax. Вообще, прибор можно на шею использовать, но прибор по линии Cerax лучше не применять, объясню почему. Дело в том, что возможности этой линеечки, линии Cerax, это высокоэффективные компоненты. Вот вы видите аргирерин, который позволяет мышцам расслабляться, не так активно участвовать в мимике. Если вы будете по этому месту, куда нанесли заполнитель, вот он для морщин, работать прибором, вы будете разгонять этот активный ингредиент, а он должен там накопиться. Поэтому сначала поработайте Цайгард 2, заполните кожу изнутри, разгладьте ее,
а потом уже регулярно, ежедневно, не меньше месяца-двух будете использовать линию Cerax для того, чтобы обеспечить разглаживание кожи. Очень хороший состав крема и сыворотки. Крем и сыворотка наносятся утром и вечером. Под глазки наносятся патчи, и средство заполнения морщин может наноситься в любые участки лица, там, где присутствуют мимические морщины. Это может быть вокруг глаз, вокруг губ, вокруг носогубные складки, брыли. Это альтернатива ботокса. В зависимости от того, как кожа будет наполняться, можно использовать Цайгард-2, вот как раз, когда вы почувствуете, все, кожа насыщения произошло, она разгладилась, она стала более плотной, и затем вы начинаете использовать Цайгард-2. У кого-то времени это займет 3 недели для обновления, у кого-то 2 недели. Соответственно, если есть купероз, долго горячим не работаем на сосудах. Лучше использовать Цайгард-2 через день. Посмотреть, как кожа откликается. У кого-то на более плотной коже достаточно будет 2 раз в неделю Цайгард-2. Все остальное время тогда можно работать с Сероксом. Серекс хорош для всех, кому нужно сделать контур более четким. Да, вот был вопрос. Чем улучшить овал лица? Вот овал лица, подтяжка, Амелиокс, специальный запатентованный комплекс, который заставляет коллаген вырабатываться, находится в линии Серекс. Поэтому сыворотку интенсивную, крем Серекс, сыворотка эффект она называется и крем эффект. Вы используете для лифтинга, для сияния, для заполнения морщин, и кожа становится более разглаженной. Ну и, например, в более молодом возрасте, когда Цайгард-2 еще не нужен, можно уже предлагать именно линию Серекс. Я, конечно же, несколько слов хотела бы еще сказать вам о том, что есть у нас особый продукт, для всех, кто сейчас ведет активный образ жизни, гуляет, путешествует, мало спит, сдает экзамены, усталость какая-то накопилась, командировки, переживания. У нас есть ночная маска, маска для сна, которая благодаря ценному составу и использованию один раз, можно до 2 раз в неделю, позволяет отлично восстанавливать кожу после загара, после сухости, да, если обветривание, или кто-то занимается горными или водными видами спорта. Маска применяться может вместо ночного крема, а может дополнительно применяться толстым слоем, затем лосьончиком можно убрать излишки. Нет необходимости чаще 2 раз в неделю использовать маску. Почему? Потому что у нее чрезвычайно насыщенный состав. Позволяет очень хорошо простимулировать вашу кожу. Ну, я бы так сказала, если вы ставите перед собой цель быстро восстановить уставшую кожу, используйте первую неделю через день, но обязательно с увлажняющими средствами из линии алоэ вера или сыворотки росин. Маска кремообразная, поэтому если жирная кожа является стрессированной, уставшей, серый оттенок кожи, использовать можно. Но только берите тогда лосьончик и излишки маски нужно с жирной кожи убрать. Сначала используется маска, маска убирается и потом наносится сыворотки росин. Это средство дополнительного ухода, оно не заменяет ежедневный уход.
для тех, кто на кремообразные, ну вот бывает жирный тип кожи, да, вот как Лили спросила, можно ли для жирной кожи. Можно использовать, но за 40 минут до сна. И излишки через 20 минут убираем. Поэтому, ну, зато очень удобно, вы можете с собой взять это в путешествие, на отдых, великолепные продукты, посмотрите, что внутри. Масло жожоба, ценнейшее масло, которое успокаивает, создает эффект наполненности, разглаженности, свежести кожи. Китайский лимонник, который применяли и в Китае, и в Японии. Кстати, гейши, чудодейственная возможности лимонника тоже для себя открыли и выглядели всегда восхитительно благодаря экстракту лимонника. И серекс, и маску можно между собой, безусловно, сочетать. Масочку вы можете всегда применять до того, как будете наносить средства ежедневного ухода. Только не забудьте остатки маски снять с помощью лосьона. Не надо водой. Да, не надо активные ингредиенты с поверхности убирать все безвозвратно. Поэтому берем либо тоник Nana Gold, либо тоник Beauty Diamonds, Aloe Vera и протираем свою кожу после использования этой маски. Эта маска, конечно, интенсивно увлажняет, у нее такая же технология, как в анти-эйдж средствах, которые разработаны специально для Тайгер 2. Но всем, кому не хватает, можно еще использовать сыворотки Росин или дополнительно средства Алоэ Вера, которые тоже интенсивно увлажняют. И мужчинам, и женщинам, да, можно использовать данную маску. Вот уже, собственно, в заключение нашей встречи я хотела бы вам предложить вот такую программу антистресс, в которую включена масочка для сна, сыворотки на выбор или крем Powerlift, который подходит и мужчинам, и женщинам, для всех, кто ведет стремительный образ жизни, кто хочет немного денег тратить, а вот иметь там 1, 2, 3 продукта, пожалуйста, это как раз возможность, чтобы уделить особое внимание своей коже в особые дни, когда кожа сильно перенапрягается. Ну и, собственно, все очень легко в этой системе. Нужно всего лишь уделить своей коже чуть больше 5 минут для того, чтобы обеспечить полноценный уход на всех этапах, на всех слоях кожи, да, воздействовать поступательно, постепенно кожу подготавливая к активным ингредиентам, открывая возможности проникновения. Ну и, конечно же, любуясь состоянием кожи ежедневно, как кожа будет меняться на ваших глазах. Вы видите алмазный фонд нашей антивозрастной системы, в которой включены линия Nana Gold, линия Platinum и линия Beauty Diamonds. Антивозрастной уход для всей семьи вы можете подобрать для себя лучшее или специальный уход, который разработан в линейке Xerox. Мне остается пожелать вам успехов, удачи в работе с Цайгард. Спасибо, что